Супернова, да? Это новинка в этом году была популярна, но семена пришли поздно. Да? То есть помидор очень крупный, вы видите его, да? Помидор ранний очень. Помидоры плотные. Вес, ну, более 200 грамм в среднем, да? Давайте сейчас посмотрим внутри структуру. Видите, помидор многокамерный. Стенки большие. Основная стенка тоже. Это будет говорить о его хороших транспортировочных качествах. Окраска помидора хорошо окрашен. Как внешне, так и снутри. Томат выглядит очень хорошо, окрашивается. Красный цвет. Хотя фермер здесь, не сказать, что калия давал много. То есть это обычное питание. Там селитра и немножко чего-то еще. Но помидор получился шикарным. В действительности Супернова хороший помидор. Отмечу, что он ранний. Он ранний, да? И, в принципе, у него ботва мощная, что позволяет его вести не только на ранний оборот, да? Но его можно и вести, также собирать средний, и даже позже его собирать. То есть это не одноразовый куст, который собрал и ушел, а именно вот сейчас уже, соответственно, сколько прошло? То есть уже прошло, ну, более где-то 20-25 дней, как он начал плодоносить, но помидор, видите, идет еще крупный, поэтому помидор шикарный, можете посмотреть, да?